15 мая около 6 часов утра на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о возгорании автобусов на автостоянке на улице Борисенко. К месту незамедлительно были направлены огнеборцы МЧС России. На момент прибытия пожарных автобусы были охвачены пламенем. В результате пожара 8 автобусов уничтожены огнем на общей площади около 160 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара.